Добрый день, сейчас мы сделаем Packet Tracer 627. Поизучаем NAT. Давайте начнем. Первым делом мы открываем ПК-1, переходим в симуляцию обязательно. В симуляцию перешли, открываем ПК-1, десктоп, веб-браузер и копируем этот HTTP-запрос, который мы должны выполнить. Копируем его, вставляем Go. И теперь нажимаем кнопочку Capture Forward, вот тут вот, или вот тут вот. И смотрим за пакетом. Нажимаем Capture Forward. Так, пакет не хочет появляться. А, стоп, вот он появился, все, все правильно. Вот, пакет у нас появился. Смотрим пакет, можем посмотреть Outbound PDU Details и Destination IP. Видим, у нас Destination IP тут ввелся. Так, вечно оно там закрепляется сейчас. Вот, Destination IP 64.100.201. Закрываем. И Capture Forward делаем. Он на S1 отправляется и на D1. Теперь на D1 его опять открываем. Inbound Details есть. Source IP от S1. Destination IP от к... Нас тут вроде спрашивают где-то. Сейчас найду где. To what device do this addressing belong? К какому девайсу этот адрес относится? Так, я потерял его. Вот он. У нас 64.100.201. Это у нас R4 серийный порт. Вот он. Вот на этот девайс отправляется наш пакет. Вроде как мы запросили сервер, а отправляется на R. То есть как R на destination отправляется. Все потому, что на R4 у нас включен NAT. Он у нас транслирует внутренние адреса к внешним адресам. То есть мы делаем запрос к серверу, который внутренней сети, как у нас называется эта сеть, branch сеть, и у нас этот пакет отправляется на роутер, а не на сам сервер. То есть сам сервер, мы не знаем, какой его конкретный IP-адрес, а мы отправляем на роутер, который уже через NAT преобразует адрес и отправит его на branch. Давайте это просмотрим. Отправляем пакет, на R2 он отправляется, сюда, и на R4 приходит. И важно посмотреть, что на R4 нам говорит. На R4 у нас inbound PDU details. Он приходит как destination 64.100.201, то есть как этот порт, а outbound 172.16.03. То есть через NAT он преобразовал destination IP адрес. Теперь если мы откроем и выполним на R4 show IP NAT translation, команда строка enable configure terminal, ой, пароль класс, вводим команду и смотрим трансляции IP адресов. Видим, если у нас приходит на 64.100.201, например, порт 80, так как мы отправляли HTTP запрос, это 80-й порт. У нас происходит трансляция на 170. Так, секунду. Вот. На 172.16.03. Как раз то, что у нас в пакете и было написано. Где у нас? В общем, в этом пакете. Опять его открою. И как раз преобразовал IP-адрес с помощью NAT. Хорошо. Мы это просмотрели, теперь вам нужно будет сделать такие же запросы из других сетей в другие сети. Например, можно посмотреть, как этот запрос вернется. Давайте это просмотрим. Пакет отправляется на S4, на бранч-сервер. И вот от бранч-сервера смотрим, куда у нас отправляется пакет. А пакет у нас от... В общем, отправляется на 64.100.103. Это IP-адрес R2. Но пакет должен вернуться на сам ПК-1. Давайте смотреть, как это произойдет. Сюда отправляется, на R2 отправляется. И на R2 у нас происходит преобразование опять. От 64.100.103 к 10.2.0.4. С помощью NAT у нас преобразовался обратно IP-адрес. И можно выполнить команды show. Вам нужно это сделать. И самое главное, ответить на вопросы, которые тут спрашивают. Отправлять другие запросы из других сетей. И по сути на этом все. Мы выполнили это задание. Пока.